Что это такое? Почему мой Майнкрафт так сильно лагает? Это неправильно! Понимаете? Дело в том, что мой компьютер не вывозит уже даже Майнкрафт. И это плохо. Его нужно прокачать, нашего пупсика. Поэтому прямо сейчас я звоню кое-кому, и он мне его прокачает. Погнали, ёпта! Алло? Можно мне, пожалуйста, самый лучший компьютер для Майнкрафта? Да-да-да, хорошо. Я пошел спускаться. О, кто-то пришел! О, что за, кто это тут у нас? Так быстро, отойдите, пожалуйста, отойдите, ёпта! Я сейчас с лестницы свалюсь. Так, а что мне сделать? О, так быстро! Ой-ой-ой, осторожненько, давай сюда, братан, заходим, дверь открывается. Да ты чё, пройти не можешь, твою ж? Давай, быстро заходим сюда, братка, давай-ка, опа, какие тапочки. Это не постанова, друзья. Ну, давай, загружай, туда иди, в мою комнату, пошёл в мою комнату. Теперь немного подробнее о моих комплектующих. Ко мне приехал ROG Strix B450 F Gaming, материнская плата. Взяли немножко на перспективу, чтоб я мог еще поиграть и в киберпанк. Надеюсь, когда-нибудь сесть смогу. Далее мы купили процессор AMD Ryzen 3600, чтоб Майнкрафт не лагал и вообще у меня все чики-пуки было при рендере. Квадратик какой-то бесполезный. Следующее, это оперативная плата, 8 гигабайт, 2 планочки, Hopper X. Очень хорошая, рекомендую, это не реклама. Стив, немножко подвинься. Смотрите, это супер кулер Gamax 400 от Deepcool. Реально, смотрите, какие радиаторы, очень мощные, солидные, рекомендую. Можно убить с одного удара любого недруга. Ну и, конечно, блок питания, чтобы запитать свой компьютер и себя питательными веществами. Эко Series Chief Tech на 700 ватт. Спасибо, что подсказали, потому что я ни хера не знаю. Ну и вот эта вот шикарная коробочка. Вот эта большая коробочка шикарная. Мой новый красивый корпус, чтобы я мог понтоваться. Он тяжелый, кстати, и белый. Я типа такой мастер чистоты. Ну что, давайте распаковывать эти красотульки. Погнали, доставай бензопилу. Так, Бичес, ну что? Торжественный момент! Так, думаю, вы мне позволите. Давайте, торжественный момент, дорогие друзья, нажимаем на супер кнопку. Нифига себе! Вы только посмотрите, какой он крутой! Вот это да! О, эти кулеры! Это просто космос, чуваки! Это просто галактика! Андерка, Майнкрафтинг, гейминг, компудахтер, почигату. Кстати, как мы его назовем? Ты же говорил, Андерка, что-то Андерка машин. Андерка машин! Или Андерка стейшн. Андерка с рендер стейшн!
Или может... Майнкрафт? Нет, что-то уже это походу занято. Короче, дорогие друзья, напишите в комментариях, как мне назвать этот компьютер. А самый оригинальный комментарий я использую и так его и назову. Вы только посмотрите, как он выглядит. Тупо радуга. Иди сюда, давай сюда, смотри на радугу. Видел когда-нибудь радугу? Это невероятный просто корпус. Я покрою его слизью своих грязных рук, и он станет не белым, а серым. Спасибо, друзья, что досмотрели этот видос. Я буду этот компик использовать по назначению. Обещаю, что Майнкрафт станет лучше на моем компьютере. Ну что, а я пошел за мать. Время затестить эту шикарную машину.